компании, и все. И Хантер у нас не появляется, ну, по крайней мере, на моих стримах уж точно его не, ну, не забирают. Бестмастер, хороший вариант, отличный. Ну что, слушайте, скажу вам так, друзья. Пик вполне боевой там и там. Пики, мне кажется, равные. Поэтому, мне кажется, из-за этого я не сильно... Так прям... На это внимание заостряет. Мипошку поймали. Мипошка умрет. Джаб собирает ФБ. Я что-то подумал, что он выживет тут. Его спирит могут. Вполне могут. Там, кстати говоря, поймали мипошку. Мипошка минус. А третье убийство уже за Авророй. Вот. Когда выйдет новый акт, и обещает в том времени выход нового героя. Ну и, соответственно, по идее, с новым героем должен быть новый патч. Вот. Как минимум фикс. Малика начинает тарабанить. Малик копье бросает санстрайк. Там урон будет от Джабса. Хотя, да, санстрайк... Просто, если хочется разнообразия, можно по-другому делать. Нападает на мипошку, мипошку заберут. Минус мипошка. Просто можно делать турниры. Я не помню, как называется этот мод. Вы сейчас подскажете по-любому. Когда он как бы капитан мод, но там, к примеру, треть героев только можно взять либо забанить. Вот, а другие брать нельзя. И там рандомные герои выпадают просто у тебя, и все. То есть сделать просто вот на таком моде турнир большой. Забирает Q, минус Q. Q в таверну. Там летает мортира. Абит пока выживает. Такое, или такое, короче, что с луной связано слово было. Знаете, поймали Ларла, а не убьют ли они случайно его? Убивают? Я думал, что он просто уйдет. Но нет, 61 за Авророй уже. Выход идет на Малика. Абит близко. Ла малейкум. Итак, Малик, копье, подходит наив, привязали, гасит его, плюс рухнувший мипошка в топе. Тут Джабс, не Марлапс, мне кажется, вот самого худшего просто героя. Выбрал Владимир Ли для коллапса. Это реально худший герой. Врыв, полетел. Наконец-таки, мортира пошла. Но, друзья, он без Аегиса. Аегис у Наива. Реквием, Джабс, Рор дать успел. Рассказ в Малика влетает. Лар отступает. Ну что ж, размен 1 в 1. Получается 3 на 3. Ну, по позициям, в смысле, имеется в виду, да. Но спирит зарад, конечно, больше. Потому что там Джабс более богатый, чем... Так, врыв не очень удачный. Копье попадает в Наива. У Наива, друзья, 15 секунд до конца Эгиса. Плюшки пошли с лотарчика, как больно мипошка, мипошка. Седьмая смерть, бедная мипошечка, а. Наив нажимает манту. И тут, я думаю, да, то, что все, команда. Да, я понял очень. Джабс, Рор. Порвали сатаника. Тут сбоку прыгает Малик. Прыгнул пока не очень удачно. Арена. Копье в двух героев. Наив. Реквием кастанул. Убили Джабса. Джабса забрали. Это очень хорошая новость. Манта сатаника. Абит БКБ вот сейчас уже кончится. А что по Вижену? Вижен есть. Вижен есть на него. Полетел вперед сатаник. Абит пинает. Нажимается РПЛ, пока Абит выживает. Там напали на Наива. Наив, га, сейчас кончится. Его можно убить. Да, можно, можно. Про это я вам, друзья, и говорю. То, что СФ без сатаника, без БКБ вполне легкая цель. И не спасает, не получается Каори добить. Но минус 2, плюс выбили байбек из Джабса. Очень важно то, что Морф, друзья, все пережил сейчас. И вот он, Аегис для сатаника, баннер для Рю. Минус ренджа, падает милишный барак. Но я в это не верил, если честно, то, что они смогут камбэкнуть. Вот тут вот. Вот в этот вот отрезок я не верил. Такое слово. Ну а спириты пока собираются вместе. Джабс, Рор, БКБ активирует, пытается Джабса собрать, но он убивает пока Рю. А хороший кил. Арена копье в Наива. Наив просто его испепеляет. Он купил себе бабочку. Наив, и у него 2-300 кп, а там магии до хрена просто. Джабс под РПЛчиком пытается биться один против всех. Мипошку он забрать-то забрал, но сейчас сам помрет. Наив без БКБ, без сатаника. Это очень легкая цель. В итоге третью сторону. Да-да-да. Собирает. Реквием кастуется. Наив. Реквием. Чисто зонищем. Чисто спасти барак. И все. Оп, не получилось. Неудачно. Неудачно. БКБ зажопил Малик, но Наива пригвоздили. Но там есть РПЛ. Сейчас будет не так просто не справиться. Наив. Да, сложно будет. Сложно, парни. Отойдите. Просто уйдите. Все. Мега сделали. Отошли. Мне кажется, по крайней мере, у нас, у каждого второго в нашем компьютерном клубе был ник Итачи. КБ готово у нас у Наива. H3-вышка есть.
Т4, вышка 2 есть. Больным от Мипошки, не страшно. Джавс, БКБ, Тарина, Рор дали в Малика. Сатаник поддерживает, получает хиксульку. Рекли нужно успеть кастануть. Не успел. Не успел. Сатаник все в БКБ. Лар Манта отходит подальше. Малик, еще одна арена. Минус Наив. Минус Каори. Наив без байбека. Минус Джавс. Он без бая также. GG, друзья. Ну что ж, великолепный. Великолепный байбека спиритов. Была очень трудная ситуация. И по настроению, и по ситуации казалось, что Аврора дожмет очень быстро. Но нет, спириты не сдались. Расформили своего сатаника. И... так, СФ. СФ. Не сказал бы, что прям надежно. Но если СФ купит сатаник, так, что он взял себе? Хроносферу. Ну хотя бы так, не таймзон. Он себе взял этот войд, то таймзон. Вот. Если уж, в принципе, углубляться, Ларла поймали, Ларла убьют. Вот так вот. Фигушки всем нам, друзья, в миду. Нападает на Малик, Каори, там 6 уже стаков на Палма. Печенька немножко не в ту сторону, копье в ту сторону попадает. И подходит Наив, нажимает Time Dilation, левел 1. Он баши не прокает, Трю пока выживает. Скейтер Бласт замахивается, попадает. Тут уже и Мипошка приходит. И 1-1. Ну, тут... Каори. Так... Скейтер Бласт, отлично. Роллинг Болдер в Каоре. И Рю вперед, но не хватает. Да, такая жирненькая. Это мышь летучая, Каори выживает. И теперь контратака на Ларла. Они его не забрали, и скорее всего Ларла еще и потеряют час. Или не потеряют, или потеряют. И Коут Снэп и Хастомп, но там сбивается каст Роллинг Болдера. Абида арена. Если позвать поддержку, под арену можно подраться. Но есть также и купол. И под перетяжку Абиды нападает на Малика. ГМП взрывается. Малик, вот сейчас арена. И теперь можно постараться за него отомстить. Магнетайз отлично получается дать от Ларла. Печенька. Если Абида убить, то будет хорошо. Но по всей видимости просто умрет Ларла. Все, да. Печалька. Рю также. Клауд Снэп. Его хотят. Начинает накидываться на палм. Но тир 1 вышка. СС не туда полетел. Так что здесь спасается. Драка. Пошло торнадо. Сатаник нужно бежать. Санстрайк попадает. И вперед на сатаника. Сатаник в ловушке один, но он долго очень живет. Лару, если бы как-то ультимейт бы мог остановить, но ульты просто нету. Ну там разломы, и там красота какая просто. Тут красота, друзья. Наив Саль находится минус 4. Минус 4, там все дали. Арена, разлом и так далее. И они так тесно еще встали все. Вот новые, да? У нас все новые команды, кроме Фалконов. Там, ну там, например, ладно, потом нападает на Абида. Арена копьем, Мортира, разлом, Абида уничтожают, лассо полетело. Малик прыгает на Ив, купол двух героев, Рю должны будет забрать. Там террасть падает, Рю не убили, Ларла тоже пока не убили, башня вылетает, но он не прокает. Печенька спасается, Лар не убивают, не убивает никого. На Ив пока что урона еще, ну, не сильно у него много, да. Войд... но ему никто и не помог. Его сейчас могут, кстати, еще и поймать, не пригвоздило копье. Малик здесь не доработал, но все равно вся команда Наива минус Наив. 5 с плюсом, спириты. 5 с плюсом, отлично. А похож на Ятора очень. По пулу, конечно, может быть, очень такой гибкий он, да. Но вот прям вспоминаю Яторыч. Когда вижу Сатаника по игре, очень похож. А появляется у нас у Элдера. Лосоп, увезли. Сатаника далеко увезли, два форстаха дали по нему, но команда поддерживает, сатаника первый раз забирает, но это первая смерть, Малик БКБ. А БКБшка есть сатаник, главное успеть дать, не успел, санстрайки пошли, урона много и хватает. Убивает вот СФ, друзья, он рухнул, про это мы с вами и говорили, то что он смертен. Минус Лару, минус 2 делает серьезный по факту минус 3, потому что два раза убили СФ, а минус Мипошка. И вперед на Рю. Рю, флеймбрейк. Но там ТП сбить уже нечем было. Снэпка улетает. Малик врывается на Вайда. На Вайда, помощь Малику. Помощь Малику, помощь Малику. Дайте успеть, забирают, все. Минус Наив, Малик отлично ворвался. И помощь пришла. Минус Каори, они оба без байбеков. Джабс, БКБ. БКБ кончается скоро, но пока минус Малик. Неприятно, но он свое сделал. Печенечка, сатаник мстит за Малика. Отомстить получится, да. Минус 3. Малик, отлично, просто Вайда. Поймали на копье. Вот. Там сейчас не будут скидываться. Откидываются пока. Вот снэпы, катаклизмы. Оп, форстап. Неприятно. А
неприятно, Лотус, печенька, Абит, БКБ, на тебе, Абит, по лицу! Абит увлекся. Абит, друзья, думал, что все, уже красный, да, уже увидел красный цвет крови на своем противнике, да, как вот, знаете, в бою говорят, то, что увидел кровь, все, бью по крови уже. Вот так же здесь, но там была ловушка. Там была ловушка. Наив, БКБ, на БКБ развели. Лар пытается здесь играться, но по идее проиграет. Он, да, эту битву проиграл. Но Наив без Блэкенбара, Малик уже тут с ареной, Клизмом, с Метеоровским. Будет страшно. Полетел санстрайк на прочек, но Аегис у Тим Спирит. Аегис у Сатаника. То есть я буду, конечно, пытаться, да, но я думаю, что на этом все. Я не очень популярный ютубер, поэтому будет трудно. Ларл залетает, БКБшка, БМ, Джабс принимает, Джабс, но Джабс не лучшая цель, надо что-то думать именно с Вайдом. С ним, ну, никак не получится. Печенька, Ларла, Наив, отошел пока что. Но прыгну, в общем, прыгну, да, отошел. У него есть шар, друзья, поэтому он может прыгнуть и уйти обратно. Здесь копье, там катаклизм полетел, Джабса убьют, да, заберут, Рю забирает также в ответ, но купол все в молоке. И у Сатаника сейчас руки развязаны, Сатаник, вперед. У тебя еще и БКБ, но нужно остановить. Просто нужно как-то, есть хекс же. Есть хекс, прыгнем, а вот сейчас можем прыгнуть. Вот сейчас, хорошо, все, Сатаник БКБ и убить Наива, все, сдох, отлично. И Каори, замечательно, Наив выкупился, плевать, пускай вылетает сюда, Реквием, ты куда летишь, отправляйся обратно. Таверну отдыхать. Все, друзья, у спиритов сейчас время до хера. Да. Такое бывает. Ну и дальше вторая сторона рухнула у нас. И, ну и все, отойти. Появляется винд... Ооо, еще и виндвейкер. А это к себе не купил, гоним. Кстати говоря, Ларл. Чисто Лар, ладно. БКБ постараться выбить купу на себя, но не получается. Но он развлекает. О, есть хекс, поймали. Айфорстафают Наива, он выжил. Прыгает обратно, там лассо на СФ, но в БКБ. Пацаны, помочь, ставится БКБ, Виндвейкер, все! Мипошечка, умничка, Виндвейкер, но подожди. Все равно убивает, но после этого падает Наив, он без байбека, а... Сатаник с байбеком Б, он без купола С, все, просто добить и в трон, парни. Идти в трон нужно. Наив без байбека, Джавс здесь, Джавс таверну также, замечательно, я думал, что еще просто выживет Сатаник здесь, но не хватило. Выкупается Джавс, ну или на третью сторону, или в трон. Поднял, и все. Поэтому как-то вот так вот. Так, врыв, Ларла поймали у нас, Магнетайз, пайп нажимает, Смартира, Ларл, БКБ, в итоге Каори пока что выживает, Рю, форстафается, живет так же, там копье, Наива все поймали, Наива поймали, гасить, в таверн Наив, друзья, 90 секунд, там тычка, раз, два, три, Абид убивает, Джабс заберут сейчас так же, Джабс рухнет, минус Джабс, отлично, отлично, у нас GG, друзья, спириты одерживают очень важную первую победу на этом турнире, на Бэтбумдаче, и это очень-очень важный момент, потому что впереди у них сегодня будут гладиаторы, еще вечером, через часика 3-4, они будут играть, друзья, против Gaming Gladiators. Но теперь у спиритов ситуация прям намного лучше, потому что у них было две ничейки, и было... Ах, теперь победа. Да, сегодня, возможно, будет поражение, потому что гладиаторы хорошо в форме.